Агентство «Автостат» сообщило об отзыве 104 внедорожников Bentley Bentayga, проданных в период с 2018 по 2020 год. Компания Volkswagen Group Rus сообщила об отзывной кампании 104 внедорожников Bentley Bentayga. Согласно данным автопроизводителя, в моторном отсеке модели находится быстроразъемная муфта топливопровода, которая может подвергаться воздействию высоких температур, превышающих допустимые рабочие нормы. Воздействие повышенных температур может размягчить материал муфты, в результате чего может произойти утечка топлива, которая, в свою очередь, создает риск возгорания. Пресс-служба Росстандарта сообщает, что на всех внедорожниках, подлежащих отзыву, будет установлена новая быстросъемная муфта, а также при необходимости обновлено программное обеспечение системы управления вентилятором. Все работы для владельцев транспортных средств будут осуществлены совершенно бесплатно. Напомним, что в июле 2020 года стало известно о том, что на заводе в Крю стартовало производство нового Bentayga. На отечественном рынке модель появится в четвертом квартале текущего года. Изначально будут предлагаться Bentayga V8, оснащенные 4-литровым двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил и 770 ньютон-метров крутящего момента. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно самостоятельно с помощью специального сервиса на сайте auto.ru или на сайте Росстандарта. Если автомобиль попадает под отзыв, то его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Вы смотрели видеоверсию сайта Tarantas News. До скорого!